Сразу же вот, вы проходите лестницу, греческий парк, сразу посылаете. Это ближайший. Через лестницу следующий парк. А, да. Это просто ближайший, да. Вообще можно было к нам. Круто, да? Ах, Одесса. Видите, здесь могут посреди парка вам собирать на фортепиано губ-стоп. А что вы думали? Сама люблю Одессу. Круто играю, да? Круто. Наш морвокзальчик. Подбитый ракетой. Блин, вот сюда больше всего прилетает, и мне, конечно, это место стрёмное. Я стараюсь не паниковать, но когда тревога, я отсюда ноги делаю. О, блин, у нас обычно тревога 2,5 минуты уже что-то прилетает. Сильно далеко не убежишь. А вот, собирается наш Андрюха. Ну что, мы уже в греческий не пойдем, пошлите на наш концерт. Я тебе даже по этой лестнице хожу. Бедная женщина старая. Коленки болят. Я тут бегала, когда Потемкинскую открыли, когда месяц, чуть больше месяца назад, а, месяца полтора назад. Мы на радость, она же закрыта была с войны. И я тут на радостях, с такой радостью прибежала, что я тут бегала вниз вверх. Считали ступеньки. Ну так, ради прикола. В ролике. Молодежь. Тут в основном тусят подростки. По пятницам у нас эфиры. Больше танцы камуза. Там более пожилой возраст. По субботам у нас подростки. Ничего не для нашего возраста среднего. Поэтому мы вольируем между разными поколениями. Вам что-то видно, что не видно? Что-то видно, что-то не видно. Что-то видно, что-то собирается. К нему на концерт приезжают со всего города подростки. И мы, тетки, тоже его поклонники большие. Видите? Привет! Привет! Всем привет! Здорово! Меня комары не покусали. Так, давайте поднимемся. Где моя палка? Что это? У меня. Так. Привет. Приехал? Приехал, да. Где еще все мои? Еще не началось, да? Моих нету тоже никого. Своих пока. Нету, да? Должны быть. Должны быть, да? Ну да. Как я сегодня согрел, сегодня черни тебя. Да что ты говорил, я уже облазил. Сегодня тоже уже было облазил. На море. Я тоже. А лицо какое черное? Мы черное. Ты красный. Красный? Черный. Красный. Ждем концерт, ребят. А мы шли тут под этой подарочкой, где фортепиано. А-а-а. Мужик сел и играет губ-стоп. Губ-стоп, губ-стоп на рояле. Я говорю, только в Одессе такое может быть. Да. Он и пел, и играл. А рояль под лестницей, да? Да-да-да. Наши варочки. Я по телевизору видел, не проходил. Те два рояля, что были, вот их убрали 2 недели назад, их разломали. Это сейчас новый какой-то привез. Новый, да? Те старые уже побили.